Женщина-лидер. Сегодня на 7-м Астанинском экономическом форуме самые влиятельные дамы планеты обсуждали свое место в жизни политической и экономической. Женщины-политики и бизнес-вумен делились друг с другом секретами. Как достичь успеха? Гульнара Муксинова подробнее. Глобальный женский конгресс призван объединить женщин, политиков, экономистов, ученых и бизнес-вумен. Все вместе они ищут решения социально-экономических, правовых, гендерных и культурных вопросов. По гендерной политике Казахстан занял 32 место среди 166 стран мира. Это говорит о том, какое внимание уделяется сегодня гендерному вопросу в нашей стране. Сегодня в парламенте в обеих палатах представленных женщин составляет 26%. Сегодня женщины на государственной службе составляют более 50%. Это говорит о том, что женщина в Казахстане сегодня очень активная фигура. Только сегодня в работе Конгресса приняли участие порядка 500 женщин, в том числе представительницы национальных и международных женских общественных организаций из Афганистана, Канады, Украины и ряда других стран. Несмотря на разную культуру и менталитет, всех этих женщин объединяет общая цель. В казахстанских женщинах, которых я вижу здесь, такая сильная энергия. Вы на многое способны. И я вижу, что ваше правительство поддерживает вас в гендерных вопросах. Женщинам нужно использовать эту возможность. Открывать свой бизнес, заниматься самообразованием. Все это, несомненно, повлияет на рост экономики. Впервые международный женский форум прошел как Центрально-Азиатский конгресс деловых женщин в 2012 году в рамках 5-го Астанинского экономического форума. Продолжая традиции, основной целью форума по-прежнему остается объединение представительниц деловой и политической элиты из разных стран мира для сотрудничества в сфере бизнеса, политики и международных отношений. Гульнара Муксинова, Айджан Утузбаев, Астана.